Скандальное кафе «Кантри» на Мира хотят достроить. На очередном заседании по сносу представители проектировщика отметили, сносить недостроенное здание нет никакой необходимости. Якобы закон разрешает установить для постройки специальные технические условия. Прокуратура высказалась против инициативы. Судебное заседание перенесли на 31 мая. Судьба детского карнавала решится в понедельник. Об этом у себя на странице написала организатор Светлана Тетерина. Дело в том, что родители юных участников готовы пройти по проспекту Мира без музыки, сцены и воздушных шариков. Напомним, именно на это и должны пойти основные траты, на что администрация денег не дает. Обещает прохладный июнь. Синоптики рассказали о погоде на первый летний месяц. Средняя температура по прогнозам составит 15 градусов. Хотя, исходя из многолетних наблюдений, средняя ночная температура в этот период около 10 градусов, а дневная 22 градуса. А вот в остальной части страны июнь ожидается жарким.